Всем привет. Мы уже все онлайн? Да, мы типа все там. Все серьезно. Все. Если зависит все камеры сегодня, это я не виноват в этом. Потому что. То есть все. Так, давай я включу музыку. Всем привет, ребята. Это Free Talks. Мы будем говорить сегодня о хорошем игроке и о том, крыше. Вот, игрыши, только я включу там какую-то фоновую. Да, мы, кто не в курсе, кто нас первый раз смотрит, мы вечерние гости, мы говорим про настольные ролевые игры, про всякую связанную с этим фигню. Да, и сегодня у нас рубрика Free Talks, мы говорим про всякие... Мы просто болтаем. Мы болтаем, да, мы болтаем на темы, связанные с настольными ролевыми играми, это все подразумевает, типа, как, типа, трюки и техники и советы для ГМов и для игроков. Ну, да. Как-то так, такого плана, да, насколько я понимаю? Мы же хотели ребрендить, мы хотели быть, типа, что не делай, сволочь, за столом, уходи отсюда! Но пока что не получается это. Я не знаю, это если в FPS у нас будет все нормально, я то вижу, мы что-то так иногда дергаемся. Я не уверен, это наш суперкомпьютер ли дергается, или это у нас просто что-нибудь. Окей, это было быстро. Окей, я в прошлый раз это тестил, а оно взяло и вырубилось просто. А почему? Ребята, все нормально сейчас. Секундочку, мы живые, все хорошо. Окей. Давай еще раз попробуем. Привет, давай сначала. Такой типа кат. Да-да-да. Окей, это вырежем, короче. Привет, мы вечерние гости, сегодня мы будем говорить о том, как быть хорошим игроком, не быть говнюком, чтобы тебя не выгнали с игрового стола. Единороги! Единороги! Двигайся чуть туда, чтобы я в кадр залез. Туда чуть подвесь. О-о-о. Это все еще вырежется. Все нормально, да. Ребята, не психуем. Все хорошо. Так, ладно. Отыгрыш и хороший игрок. Я да. Думаю, что с самого начала надо определить, что это такое вообще, о чем мы говорим. Хороший игрок и отыгрыш не являются всегда одним и то же. То есть да. Хороший игрок может быть, который не отыгрывает своего персонажа, может как-то на такой какой-то супер-супер уровне, но ты все равно можешь быть хорошим игроком, делая многие другие пункты. Да, ну я всегда считаю, что на самом деле как бы понятие хорошего игрока и отыгрыша, они в той или иной мере связаны, но как бы... Как сказать, мне кажется, что главное быть хорошим игроком, да, а хороший отыгрыш, он как бы может быть, его может не быть на самом деле, но, ну как сказать, да, тут скорее, блин, довольно запутано, да, как бы терминология. Отыгрыш, он подразумевает под собой, как сказать... Наверное, быть в роли. Да, поддерживать роль своего персонажа. Это не значит разговаривать всяческими там акцентами или изменять свой голос до неузнаваемости или, я не знаю, пытаться выдать себя за киноактера, который вживается в роль. Это не обязательно, потому что далеко не каждый может... далеко не у каждого есть актерский талант, даже более того... Почти у всех его нету. Это правда, на самом деле. Давай будем сегодня, Саш, сначала поговорим, что является хорошим игроком. Там будет как-то вплетено, как мы можем ролплеить. И потом в самом конце, наверное, сделаем несколько каких-то базовых советов для того, как ролплеить для вообще настольных играх и что можно делать. Да, давай. Какие-то такие эти. Так, первая вещь, которая, когда мы собираемся все вместе, и ты игрок... Первое, что тебе нужно, это тебе нужно заинтересоваться. То есть ты должен показывать свою заинтересованность в этой игре. Это первая вещь, которая очень-очень важная, потому что без того ты просто будешь там сидеть и... Тупить. И будешь мешать другим. Даже не то, что мешать, да. Мне кажется, что люди, которые приходят на игру и не принимают в ней участие, не вовлекаются в игру и проводят вечер, сидя, я не знаю, где-то, то есть в сторонке, сидят с телефончиком, да, тупят Facebook, обновляют ленту в Facebook или там листают Instagram. Зачем они приходят, да? То есть мы все приходим, собираемся на игру для того, чтобы получить удовольствие и как-то вместе внести, да, какой-то вклад в развитие какой-то истории, про которую мы вместе рассказываем. И если ты сидишь и тупишь в телефон, не принимаешь участие в этой игре, то ты балласт, увы. Вот.
как бы я понимаю, да, то есть, например, в бою есть очередность, кто что, зачем, за кем делает, да, или есть моменты, когда, ну, как бы, экранное время, да, скажем так, или там прожектор софита, да, направляется на конкретно одного игрока, когда это какая-то персональная сцена, да. Все равно, как бы в это время, я не знаю, мне кажется, тебе классно должно, слушать. Тебе должно быть интересно. И сопереживать, да, этому да, происходящему конечно. Всему. И в бою даже, когда не твой, например, ход, да, по инициативе, и тебе там нужно еще ждать, я не знаю, ты понимаешь, что там 5 минут, может, придется ждать. Подумай, что ты будешь делать в свой ход, смотри за ситуацией, полистай в конце концов курбук, если тебе нужно подсмотреть, как работает то или иное заклинание или способность. Ну, как бы... Важность в этой, ну, в этом пункте, то, что ты вовлечен, это синергия, или как-то по-русски говорится, да. всей группы. То есть, да. если что-то происходит, что-то крутое, например, твой товарищ по игре задумал какую-то вещь, угу. И если ты просто сидишь, типа, такой, ну, окей, типа... Тогда весь вот этот весь процесс, он как-то ломается, и вместо того, чтобы вы шли еще на выше какие-то пределы знаешь, игры, ты начинаешь их тянуть, в прямом смысле как балласт. А нет. если ты его поддерживаешь, это офигенно, вы тогда играете как команда уже, да. и больше, и за столом сразу встает веселее. Знаешь, мне кажется, что хорошая игровая группа, да, когда все игроки участвуют в... происходящем, это напоминает вот эти аркадные автоматы, как бы пинбол, да, где тебе надо нажимать на вот эти рычажки для того, чтобы рычажки подбрасывали мячик. И если один игрок не участвует в игре, то просто один из этих рычажков не работает, и ты ну, типа да. подбросил мячик, он такой, и упал, и все. Типа, и это очень, ну я очень много раз говорю об этом, мы в разные игры играем, и мне иногда тяжело, когда нету вот этого вот такого, как называемого, тимплея. И я очень сильно всегда напоминаю это некоторым из... Ну, я думаю, это сейчас уже в наших компаниях это не надо напоминать. Но вначале всем надо было напоминать, что это командная игра. Это, да. это тоже часть быть хорошим ДМом, чтобы напоминать игрокам об этом. Потому да. что, может, они еще не знают, они приходят туда за личную славу. Я думаю, что мы будем сейчас еще говорить о том, попробуем как-то это все в одно время засунуть, mm-hmm. что как быть хорошим игроком в ваншоте okay. и как быть в компании хорошим это игроком. Важно, это важно, потому что, мне кажется, некоторые вещи просто нельзя сделать в ваншоте, например, на таком уровне, как на компании, например. Но, с другой стороны, мне кажется, что если ты просто хороший игрок так или иначе, то неважно, где ты принимаешь участие, то ли это ваншот, то ли это короткая игра на каком-нибудь роликоне, то ли это длительная кампания длиной в 3 года, так или иначе, если ты хороший игрок, ты хороший игрок. Хороший игрок. Ну, как... А если нет, то да. Да. И дело даже не в том, насколько ты знаешь правила, да. Дело не в том, насколько ты изучил курбук. Дело в том, как ты ведешь себя и как ты просто, не знаю. Тут мы по дороге сюда как шли, сейчас пили кофе. Да. И у нас был один, наверное, с одним очень простым, да, реклама на нашей будхе. Приходите, там лучший кофе в городе. Надеюсь, они посмотрят. Бесплатное кофе. Так, ты самое базовое, на самом деле, быть хорошим игроком, это очень странно будет звучать, но на самом деле быть не козлом. Не быть козлом. Не быть козлом, это одно из самых базовых вещей в игре. Да, да. Если ты себя ведешь эгоистично, пробуешь только для себя все делать, это чуть-чуть пересекается с одним из пунктов, о которых мы будем говорить, и мне кажется, ты перед эфиром ты как-то странно, ну или как-то задумался о том, что это следующий пункт, мы перепрыгаем на него, так вот так будем как-то прыгать между да, ними. Да, то есть первый пункт, ребята, будьте вовлечены в игру. Это, ну, на самом деле, как бы, не, ну, мы тут объясняем, рассказываем, да, но как бы это короткое предложение, оно говорит само за себя, мне кажется, то есть будьте вовлечены в игру, ну, во всех пониманиях. Вот и все. Это первый пункт, поехали дальше. Мы как бы тут чуть-чуть перепрыгнули, и пункт второй — это сделай персонажа, с которым ты хотел бы дружить. Mm-hmm. Что это за интересный такой пункт? Это достаточно веселая вещь, на самом деле, потому что, подумайте логично, ты играешь за такого персонажа, с которым ты бы хотел бы дружить. Что это означает вообще? Я так предполагаю, что это означает, что когда вы играете как группа, другие люди бы тоже хотели бы с тобой контачить. Если твой персонаж козел, или очень много раз эта фраза у нас повторяется на фритоксе, мой персонаж делает это потому, что он хочет, и он все-таки козел, да, это не очень хорошо. То есть попробуйте создавать таких персонажей, которые likable, или которые харизматичные, интересные. Интересных. Да.
мы говорили с Сашей тоже перед началом о том, что персонажи, которые считают себя мистическими, таинственными, одиночками. Ты понял, о чем я. Дверь там. Вы не поймите нас неправильно. На самом деле классно играть таинственным и мистическим персонажем, но в том случае, если это влияет как-то на игру, а не когда ты сидишь, все происходит, ребята играют в игру, а ты сидишь и такой: я таинственный. Вот это вот. Вот так вот. Ну и как бы никак не влияешь на игру, то это как-то глуповато, мне кажется. Ты просто будешь сидеть, да, и тихо смотреть за игрой. Так, а потом: я ворую у него деньги. Почему? Потому что я хаотически злой. Ну, серьезно, дверь там, возможно, я не знаю, мне кажется, что мы с Виталиком сейчас стали, чем дальше, тем становимся все более такими, да, какими-то, козлами, ГМами, которые, ты играешь не так, как нам нравится, дверь там, вот. Но, с другой стороны, жизнь слишком коротка, и нервов у людей не так много, и мы играем в игру, в конце концов, от которой все хотим получать удовольствие, и если кто-то портит нам игру, да, то и, ну, и при условии, что мы поговорили с человеком, мы приложили какие-то усилия для того, чтобы все выровнять ситуацию, и человек не хочет, исправляться, да, или понять то, что происходит. Это само собой понятно, да, что мы должны, и любой ГМ должен как-то какие-то усилия попробовать, конечно, чтобы, да, Секретировать, потому что могут быть недопонимания очень много раз. Так, лайкабл или тот, кого мы любим. Харизматичный, да, интересный персонаж. С которым хочется взаимодействовать, дружить, и с которым истории получаются классными, интересными. Мы только на 2 секунды запрыгнем обратно. Харизматичный персонаж — это не означает 15 страниц. Бэкстори, да? Предыстория. Да, как вы поняли, мы не любим очень длинные предыстории персонажей. Мы уже говорили об этом, не будем повторяться. Так, погнали дальше. Следующий, третий пункт, это когда ты споришь с кем-то, спорь от имени своего персонажа. Да, это интересный момент, и это, кстати, пересекается с отыгрышем. Отыгрышем вместе, да. Да. Почему надо спорить от имени своего персонажа? Потому что когда идут споры, это тоже второй еще вопрос, когда идут споры за столом, они очень разбивают атмосферу. Имеешь в виду, нарушают. Нарушают атмосферу, да. Я знаю, что это, на самом деле, это, наверное, одно из самых тяжелых вещей. У всех игроков есть моменты, когда они что-то хотят поменять в свою пользу, мы тоже как-то этим грешим этим пунктом. Но когда ты делаешь это в своем, от имени своего персонажа, то есть, например, разговоры Каспара и Рюрика в нашей главной компании, когда они спорят о чем-то от персонажа, тогда ничего, все нормально, потому что мы знаем, что у них такие отношения между собой, и ни у кого не начинает быть как-то подгорать задница, как говорится, да? А когда начинается личный спор между игроками, начинает быть как-то стрёмно за столом, да? То есть, если вы спорите, пробуйте спорить всегда от лица персонажа. И я даже скажу, что это на самом деле это классно, потому что даже те, кто участвует в этом споре, ты как от лица своего персонажа, если... я приведу пример для того, чтобы было понятнее, да? К примеру, допустим, абстрактная ситуация. Вы захватили пленника, и один из игроков хочет его убить, а второй хочет допросить, да? И если они вдруг между собой начинают спорить по поводу того, как лучше поступить, и, начинают спорить, в метагеймовом плане, начинается какое-то там обсуждение, и в этот момент представьте себе, что вся игра взяла тайм-аут, ГМ сидит, все остальные сидят, и эти двое ребят, они спорят между собой, что делать, да? В то же время, если попытаться отыграть это от лица персонажа, это получится, во-первых, веселее просто, во-вторых, интереснее, даже те ребята, которые будут участвовать в этом споре, они сами будут улыбаться, скорее всего, из-за происходящего. Мне так кажется. Не будут столько конфликтов. Останется та же атмосфера. То есть, обсуждение... Сохранится атмосфера игры, да. Обсуждение пленника. Так, это следующий был пункт. Второе, я думаю, что это сходится вместе с тем, что спорить — это самое тяжелое во всей игре и в каждой, я думаю, в любой игре — это понимание поражения.
что может быть, что ты не преуспеешь в каких-то вещах. Да. И когда это происходит, тебе нужно быть не плохим проигравшим, или как это по-русски нормально? Ну, уметь просто проигрывать. Вот уметь все, проигрывать. Да. Ребята, вы будете очень удивлены, но это очень большая-большая проблема. Когда ты сумеешь веселиться и уметь проигрывать, тогда очень много конфликтов за столом, ну, просто их не станет. Да. И станет намного проще вообще по жизни все делать. Знаешь, я даже, когда сегодня утром я смотрел видео Мэтта Колвилла по поводу типов игроков, да, и он там классный момент говорил о том, что есть такой тип игрока, как актер, да, он воспринимает игру как возможность блеснуть, да, своим умением вжиться в роль и, ну, там, отыгрывать персонажа. И, ну, такие игроки получают удовольствие от игры, даже если за все время игровой сессии не было брошено ни одного кубика, да. То есть им насрать просто. Они получают удовольствие от того, что у них есть возможность какую-то экспрессию свою там проявить. И он говорил о том, что для хорошего актера, да, броски кубиков, например, провал на броске кубиков, это возможность для импровизации. Для плохого актера он воспринимает бросок кубика как преграду, да, перед его актерским талантом. Типа, я хотел тут показать такую драму, у меня выпала единичка на кубике, что за говно, да? А в то же время, если вспомнить Critical Role, да, тот же персонаж Скенлин, которого все обожают, которого играет Сэм Ригл, да, он невероятно харизматичный как бы как актер, так и персонаж, и броски кубиков, я просто поражаюсь, когда он хочет что-то сделать, он бросает кубики, выпадает единичка, и он все равно умеет превратить это в, ну, я не знаю... В эпизод, классный запоминающийся эпизод, это круто, это классно, ребята. То есть провал это не всегда считается самым... Понятно, что в каких-то моментах, может, в серьезных моментах вы хотите победить какого-то монстра, и у вас не получается это. Все равно всегда можно как-то, если это не какой-то, не знаю, там, какие-то моменты, которые... Это игра. Вот, я думаю, всегда мы забываем всегда, что мы говорим не о реальных каких-то там суперсерьезных вещах. Это игра. Игра должна приносить удовольствие. И, знаешь, я даже больше скажу. Ну, допустим, я привел пример вот этого персонажа из Critical Role. Он комедийный персонаж, и когда, ну, что-то не получается, выпадает там единичка, он превращает это в какой-то эпизод, это смешно. Но если вы хотите, если вы, ваш персонаж, ну, как бы... драматичный, серьезный, героичный, если у вас компания серьезная, драматичная, и выпадает, например, там, не везет с кубиками, да, рак кубов, короче, выпадают единички, двойки там все время, а вы деретесь с каким-то монстром, и вы хотели показать свою крутизну, и ничего не получается. Ну, наоборот, мне кажется, это, опять же, это возможность для импровизации показать, ну, крутые герои, они не всегда побеждают, но то они и герои, да, они превозмогают. И покажите, как вы, ну, то есть, выпала единичка, ты дерешься с демоном, выпала единичка. Покажи, когда, как твой персонаж получает по ребрам, как хрустнули ребра, его отбросило на 30 шагов назад. Да, у него кровь потекла. Падает, да, встает заново. Да. Это падает. Круто, это да. Круто, ребята. Ну, не надо расстраиваться из-за этого, это тоже быть часть хорошим игроком, чтобы понимать, то и проигрывать иногда тоже надо. Да. Это часть игры. Так, дальше я думаю, что мы поговорим о том, что чуть это будет с ролплеем вместе. Okay. Это иметь голос у своего персонажа или тип, поддерживать типаж своего персонажа. Что это означает? Мы сейчас говорим больше не в ваншоте, конечно, а о ваншоте и несколько, может, компаний, когда вы играете. Что это означает? Быть хорошим игроком, когда ты приходишь за стол, и я играю за Петьку Подгорного. И на следующий раз, когда я прихожу, я должен отыгрывать Петьку Подгорного, а не какого-то другого персонажа, потому что мне не нравится или что-то это. То есть поддерживать образ своего персонажа. Это очень важно, это тяжело, но это важно. И второе, это, конечно же, типаж его каких-то повадков. Или как, повадок. Что он делает, да? Если у тебя это есть, тогда игроки, которые с ним разговаривают, они будут сразу контактировать как-то с ним, да, то есть они будут понимать, когда вы за столом, когда ты говоришь от своего персонажа, или от лица персонажа, или сам. Это очень важно, и мы в конце сегодняшнего стрима, я думаю, будем обсуждать, как типа поддерживать вообще какой-то образ как можно построить образ. Да, просто оставайтесь, да, слово замечательное, если у меня по работе оно постоянно всплывает, консистентными, да.
будьте, поддерживайте одну и ту же линию своего персонажа. Если вы сказали в конце концов, в начале игры о том, что ваш персонаж таинственный и мистический, да, будьте добры, продолжайте эту линию до самого конца. Если, например, вы в какой-то момент ваша партия сталкивается с, я не знаю, каким-то социальным персонажем, да, который, начинается момент общения, и вы тут такой, да, я таинственный и мистический, да, такой, так, слушай, я бы хотел с тобой поговорить о том, типа, все-таки, стоп, это же таинственный и мистический, постой, помолчи, в сторонке, мистический, помолчи, да, то есть... Если вы уж решили быть таинственным мистическим, то поддерживайте эту линию каким-то образом, да, сделайте его голос таинственным мистическим, да, не знаю, его повадки, в бою как будет поступать таинственный мистический персонаж, тоже, ну, как бы интересно, да, и если на каждой игре будут одни и те же штуки всплывать постоянно, то это станет, да, какой-то такой фишкой вашего персонажа, и тогда, ну, мне кажется, это просто... будет поддерживать, да, развитие вот игры. Так. Как держать своего персонажа в консистентности, да? Да. Консистентность. Дальше. Мы продолжаемся, ну, все мы говорим о хорошем игроке. Очень хорошая тема есть. Мы об этом говорили, наверное, раз 100 уже во всех фритоксах, но еще раз подниму. Это знать тему или настроение игры. Знать, на что вы подписываетесь. То есть ты, когда приходишь, вы должны сесть и поговорить о том, что какие есть рамки у вашей игры. Мы уже говорили много раз о том, что, может, за столом некоторые люди себя чувствуют некомфортно. Я в интернете читал очень много раз, когда люди на каких-то в лиге, например, демы допускают, когда двое из игроков портят другим, когда они какие-то темы поднимают, может, которые другие некомфортные. И когда ты, как хороший игрок, ты должен понимать, что какие есть рамки. Убиваем мы ли женщин, или, не знаю, там, насилуем ли мы там каких-то что-то там ходячее. Что-то там. То есть допустимо ли это на игре, да? То есть понятно, что есть игры, где это допустимо, есть игры, где, ну, об этом как-то, ну, это было бы странно, допустим. Ну, я имею в виду разные вещи, да, то есть, ну... Ну, это, знаешь, это не только темы, а это не будь тем пацаном. Вот это вот есть, за каждым столом иногда появляется тот чувак, который должен какую-то фигню делать, которая никак не связана с игрой, может. Я сегодня видел хороший мем о том, что какие вот представляются игроки, типа там, я там высокогорный лучник там с эльфийской, там high fantasy. Орки сожгли мою деревню. Да, орки сожгли мою деревню, там, ой. Я не знаю, там, дварф, там, не знаю, какой-то там, паладин, дварф, там, и все так идет в таком же ритме, и пока четвертый чел, который говорит, я волшебник, который жру грибы, я постоянно обнаренный. Ну и понятно, что трое, которые пришли на High Fantasy игру, могут быть не очень комфортны с этим вот четвертым челом, который вообще не в своей тарелке. Я не говорю, ты за такого персонажа нельзя играть. Угу. Я говорю в том, что надо быть как-то на одном, как-то в одной тарелке, наверное, со всеми вместе, чтобы понимать, какую игру хотят. Эти люди, наверное, хотят быть героями, а тот будет вот так вот делать. И это будет, ну, мешать, на самом деле, игре, и надо... быть аккуратным. Подожди секундочку, я прерву тебя на секундочку. Little Tommy 7. Расскажите, плиз, про качество хорошего ведущего как-нибудь. Сколько у нас было выпусков до этого? Какой это у нас по счету выпуск? Наверное, 20 с чем-то уже. Ну, короче, где-то 20 выпусков до этого. Мы где-то, вот, наверное, 90% даем советы, на самом деле, для ведущих. Так что заходи на наш YouTube-канал и смотри. Там куча есть видео на разные темы. Вот. А сейчас мы конкретно говорим про игроков. Про игроков, да. Да, сегодня. Хотя, на самом деле, я так вспоминаю, мы очень часто по ходу других наших стримов на другие темы, мы очень часто поднимаем вопрос, в том числе с точки зрения игрока, на самом деле. Так, ну, что... Да, то есть тут, я думаю, в конце мы будем говорить и о том, что как гейммастер может повлиять на то, чтобы игроки ролплеили хорошо. Так, дальше. Один очень простой совет. Okay. Это очень странный совет. Какой? Записывай. Йоу. Очень просто. Просто, ребята, знаете, как хорошо игре поднимает ход игры то, что ты в один момент вспоминаешь,
в их записях, что 10 сессий назад вы встретили такого чувака, и это все как-то сходится. Да. И ты такой, щит, это он, это дед с телеком. И, ну, то есть это не... Я знаю, это разные люди, и у нас тоже на играх по-разному записывают. Некоторые очень много пишут, некоторые слова, некоторые ничего не пишут и ждут, чтобы другие подписывали что-то за них, или как-то вспоминают, или им не... Ну, это очень просто, на самом деле, заведите себе маленькую тетрадку и записывайте какие-то некоторые вещи. Это, еще раз, не крайности. Вы не диктант пишете. Ну, да, да. Не записывайте каждое слово, что ДМ говорит. И другую крайность, что вы там записали орк большими буквами на всю на весь листок. Я, например, по своему опыту, да, говорю, я обычно, если делаю запись, ну, я делаю записи во время игры, особенно в нашей основной компании, как бы мы там уже играем фиг знает сколько, и, ну, запоминать имена всех, кого вы встречали, да, очень тяжело, на самом деле, если вы играете там около года или что-то такое. Поэтому банально записывайте имена NPC или записывайте имя NPC и откуда, ну, типа, к чему он относится, да, например, если мы встречаем какого-то нового персонажа, я запишу, как его зовут, напишу стрелочку и с какой он фракции хотя бы, да, ну, да. Или какие-то ключевые слова, или название локации, и тоже, если вы пишете название локации, то хотя бы, ну, одно-два слова, которое даст вам понять, что это за локация, что там находится, потому что, когда вы такой листаете страничку, находите страничку, и там, типа, там, я не знаю, лес дымных камней. И ты такой, а может, это с другой игры? А что это? А что там такое? Может, это когда-то другое время записано. Да-да-да. Да, это важно, на самом деле, так что делайте записи. Потом, ну, наверное, один из последних пунктов, потом будем и с отыгрышем говорить, это не держать на себе луч славы. Или как передавать или делиться с лучом славы. Что... Да, ты имеешь в виду свет софитов, да, который ГМ на вас направляет. Да. Типа, ну давай, покажи, show me what you got. Да, да. Да, то есть игроки, которые больше тянут на себя внимание. Есть те, которые, в принципе, есть те, которые вообще не требуют внимания на себя. Им некомфортно, когда на них переходит вот этот луч света, типа, давай, твоя очередь. И ты такой берешь микрофон и знаешь, такой... Ну, меня зовут Вася. Я бью его мечом. Да. Куда микрофон отдавать? Я не вижу отсюда. Не знаю, кто подписался. Мы не видим, кто на самом деле подписывается. Спасибо. Спасибо большое. А вот тут написано. Ой, Кивро, ты подписался. Tier 2 sub. Спасибо большое, Кивро. Огромное тебе большое спасибо за подписку. Да. Вот, и, ну, на самом деле нужно быть, нужно понимать, да, что, ну, возможно, другие тоже хотят как-то участвовать в игре. И когда ты, ну, например, ГМ на тебя вот направил этот луч прожектора, ты блеснул, да, показал, что ты крутой, и, типа, ну, не будь козлом и разреши там другому игроку, да, вот этот, вот эту горячую картошку внимания, типа, перебрось другому игроку, типа, вот. Как игрок, я думаю, ты должен понимать, ты, у всех должно свое время быть какое-то, ты должен быть уважительным. Ну, то есть, как мы на самом начале говорили эфира, что не будь козлом, это одно из самых больших вещей, но это вообще как жизненный совет. Да. Понимай, когда твое время говорить, не перебивай человека. Мы такие вещи не говорим сейчас, потому что это очевидно, мы начинаем с того, что человек, который сидит за столом, он адекватный, он понимает, что нельзя перебивать человека, когда идет какая-то его сцена или он что-то пробует говорить. Да. Это важно. И не всегда получается понятно с первого раза, но как вы поймете это. Так. Есть у нас еще какие-то пункты? Что это еще мы такое? Ну, на самом деле, мне кажется, это даже отдельный пункт, то, о чем говорит сейчас Виталик. Банальный этикет за игровым столом, да? Мне кажется, знаешь, не всегда люди, которые как-то нарушают этикет за игровым столом, это не значит, что они в жизни тоже как бы невоспитанные или что-то такое. Просто мы приходим сюда с какой-то, да, настройкой на то, что это игра. И как бы вот тут есть момент, когда ты можешь как бы сделать что-то то, что ты не делаешь в обычной жизни, и ты пытаешься вклиниться постоянно, что-то, да? Да. И ты немного забываешь этот момент о том, что есть ты не один, и есть другие, да. И не стоит забывать о банальных правилах приличия. Говорит ГМ, не перебивай, да слушай.
говорит какой-то игрок, не перебивай, да слушай, в бою, когда не твой ход по инициативе, не лезь, да, вот, не лезь, она тебя сожрет. Ну, как-то так. Это сейчас про волка. Да. Да, то есть, и, ну, опять же, мне кажется, это еще отдельный такой пункт, когда, ну, это тут уже сейчас можно переходить к типам игроков, да, вот то, о чем мы говорили, есть игрок, который тактик, да, который хочет, чтобы все происходило правильно, если кто-то делает что-то не так, как он задумал, он такой, что ты делаешь, иди сюда, типа, переставляет твою фигурку и так тут далее. Тут стена не должна быть, ее нету! Да, то есть, ну, есть игроки, которые это делают нормально, да, которые, ну, строят какие-то планы, предлагают от лица персонажа это как-то делать, это круто, да. А если такой игрок начинает врываться, перебивать других и рассказывать, как должно быть... Ну да, тяжело. Да-да, я понял, сегодня мы решаем проблемы на... Я там вижу какой-то вопрос, просто... Да, понеслась какая-то эта штука. Так, что делать, чтобы игрок не приунывал, когда... Это пишет... Так, ха-ха, ему надо читать книги. Элли Смитбенд пишет, что делать, чтобы игрок не приунывал, когда персонаж умирает? А то он вроде все понимает, все ок, создает нового, но первые несколько минут прям по-серьезки приунывает. Да ничего не делать, это нормально. Это считаю. Игра. Ну, это игра. Если он приунывает, значит, ты все хорошо сделал. Это да, это значит, что все хорошо и, ну, как в бы... В этот момент должно пламя гореть за нами и быть такой хоп. Да. Нет, на самом деле так, ну, если игрок прям вот так вот приуныл, то это классно, это значит... Что у нас вылетела камера, черт возьми! Я думаю... Бог не ходит! Это только секунда. Я понял, короче, этим не надо больше забавляться. Оно почему-то так делает. Я не понимаю. Ладно, что? Окей, мы включаемся. Я еще и стал на клаву. Окей. Ну, то есть... Это нормально. Короче, если игрок приуныл, значит, ты все делал правильно на игре. Ему понравилось играть этим персонажем. Ну, черт возьми, умер, да умер, это классно, то есть, ну, если мой персонаж в основной компании откинул копыта, я бы тоже загрустил, но... Ну да, но я думаю, что, ну, с точки зрения ГМа, тебе нужно поддержать его в том смысле, чтобы он мог создать следующего персонажа, который был такой же крутой. Да, там дальше идут советы от других, что делать, да. Роллплей, что там? Окей, перейдем к роллплею. Роллплей это не... как вот говорить? Это сейчас странно. Мы ребята, которые... У нас вообще никакого актерского таланта нет, короче. И мы начинаем рассказывать, как отыгрывать роль персонажа. Короче, будем на свой минимальный опыт как-то полагаться, наверное. И что мы... Давай будем говорить о том, что как мы делаем это. Ну, то есть, что мы делали. Не какие-то там супер фишки из Голливуда, а как мы к этому подходим. Окей. Я думаю, как и NPC, как и персонажи, я, например, мы говорили в прошлый раз это в каком-то фритоксе о том, что я, когда начинаю создавать какого-то персонажа или NPC, я думаю, первым же делом, какое он должен быть, как он снаружи, как на него люди, когда его встречаешь первое, вот, ты придумал себе персонажа, и когда другой человек его встречает, что должно первое слово, чтобы прийти тебе в голову? Задумай одно-два слова, которые будут вызывать ассоциации с твоим персонажем, да, то есть, или наоборот, слова, то есть ассоциации, которые будет вызывать твой персонаж. Вот твой персонаж. А есть ли у тебя персонаж, который мистичный? Мы сегодня, я так понял, скажу, мистический персонаж. Мистический персонаж, и когда ты его видишь, например, я думаю, это очень крутой образ, вот мне сейчас так в голову пришло. Ты, если вот эти вот все мистичные персонажи, они всегда забывают то, что у них нету никаких чувств почему-то к этим персонажам. Ты такой на него смотришь, он как этот вот тьма. Но если ты добавишь к своему персонажу, например, горе. Вот когда твой персонаж приходит, и ты рассказываешь о нем и говоришь о том, что когда ты смотришь в его глаза, там, не знаю, может, он какой-то там маски, как все любят, и в его глазах видно боль, какое-то горе, да? И сразу у меня аж мурашки по коже появляются, ты, вау, это какой-то персонаж, и вот вокруг этого, вокруг этой идеи, ты начинаешь строить своего персонажа. Точно так же я приведу просто пример очень классный по этому поводу, то, о чем ты говоришь. Не про мистического персонажа, наоборот, на первый взгляд, очень плоского и... простого стереотипного персонажа. Вспомним Guardians of the Galaxy. No. Первая, вторая часть. Персонаж Дракс, да?
огромный здоровый такой, короче, бычара, который туповатый, у него плохо с чувством юмора, но он просто опаснейший тип в мире, с огромными мышцами, вот такенными банками, короче. И, казалось бы, простейший персонаж, да, типа, сильный, глупый, как бы агрессивный, мощный, ну такой типичный варвар-орк, да, типа полуорк-варвар. Да, да. Вот. Но момент, когда во второй части, помнишь, вот это там была персонаж, да, которая, если она касалась другого персонажа, она чувствовала. И вот этот момент, когда у нее начинают слезы, да, течь, потому что она чувствует эмоции этого персонажа, и ты такой, черт, это, наверное, лучший персонаж во всем фильме, типа, казалось бы, простейший ход, но он абсолютно с ног на голову меняет этого персонажа, да. То есть тут, тут начиная с того, что как мы начинаем ролл-плей, да, вот я, еще раз, мы делали это, вы не думаете, это мы сейчас какие-то придумываем какие-то вещи, которые мы сами делали. Мы недавно, это опять же, проходили этот же курс обновления с персонажами на главной кампании о том, что мы делали такой маленький фокус, называется главная эмоция и два прилагаемые эмоции, или что, какие бы они хотели бы, чтобы выражали их персонажи. И вокруг этого они строят своего персонажа. Ну, это первое. Ты придумал себе какого-то персонажа, потом ты думаешь, вот какие должны эмоции вокруг него быть. Но, ребята, я всегда всем, и это сейчас чуть-чуть ГМом, хочу всем сказать, что вы должны, если ты ГМ и выдаешь кому-то какие-то идеи, ты должен убедиться, что тот человек комфортно ему играть такого персонажа. То есть, если ему просто некомфортно, он не хочет тебе это делать, или ты не заставишь, как говорится, не все могут ролплеить. Не все могут ролплеить все. Я уверен, что я сейчас не знаю, так придумать, но у меня тоже есть какие-то, наверное, какие-то типажи, которых я не могу просто ролплеить и все, хоть убейся. И мне будет это некомфортно, это будет мне неинтересно, может, как-то, и тогда я просто пропаду в этой игре. То есть надо всегда знать, какие вещи комфортно ролплеить людям. Мы построили нашего персонажа на этой вот одной идее. И дальше мы его просто как куколку одеваем, да? То есть какие вещи, которые он должен бы делать, если он очень, например, это же мистичный персонаж, которого мы сделаем. Мистика. Это будет хэштег, точно. Мистичного персонажа, которого видно какая-то боль в глазах, да? И что мы можем к нему добавлять? Какие он будет делать вещи, которые бы... Как отыгрывать его, как думаешь, Саш? Что можно было бы... Какие вещи бы такой вот человек бы делал или такой персонаж бы? Мистику. Я не знаю, на самом деле. Мне кажется, это один из тяжелый какой-то взяли вариант, но давай будем уже катиться с ним. Хорошо, ладно. Допустим, ты решил, что как бы ключевое слово этого персонажа, да, это загадочность, мистика какая-то, да? Хорошо. Например, банально ты можешь начать с того, что когда ты с кем-то общаешься в диалоге, ты используешь очень мало слов. Да? Каждый раз делаешь большие паузы. И каждое твое слово звучит очень весомо благодаря этому. И более того, ты можешь даже сказать, что во время диалога у людей возникает какое-то некомфортное чувство, потому что они начинают понимать, что твой персонаж не моргает все это время. Это проблема. Да, и это вызывает сразу какое-то такое, блин, интересно, да, то есть, мне кажется, мы взяли, опять же, я в самом начале стрима сказал, что мистичность, иди, выходи из этого, я начал говорить об этом. На самом деле, можно простые вещи. Мы говорили о палпе уже очень много на настольных играх и контрастах. И такие самые банальные вещи приводят самые одни из лучших игр. Когда ты играешь, например, если вот ты играешь за вот такого вот большого мускулистого орка, да, он там все жесткий, но он добряк, да. Это самый простой персонаж. И вот будем играть вот за это. Вот мы взяли куклу, поставили в него чувство добро, да, добряк. И вот вокруг этого мы строим разные вещи, которые он делает. Он иногда делает какие-то, может, там выбивает двери, убивает монстров, помогает маленькой девочке, которая упала раз. То есть такие вещи, и вокруг какой-то одного чувства, если вы начинаете строить своего персонажа, мне кажется, это очень круто появляется. И другие персонажи, с кем ты играешь, они могут ассоциировать. Он храбрость, он... типа, не знаю, там, не тормоз, а медленный какой-то, да, ты...
Безумие и отвага. Безумие и отвага. Я печаль. Мы где-то, мне кажется, был какое-то видео про 7 гномов и про... О, и да. Про том, это, по-моему, Телесон говорил, да, о том, что как можно простые вещи, как взять из, как, господи, Белоснежки, 7 гномов, типа 7 типажей. И эти 7 типажей можно любого персонажа... Ведь каждый из гномов, он представлен как отдельная, ну, как отдельный, как типаж, типаж, да? У них, да, даже имена, соответственно. Да, ну там типа Слипи, да, тот, который сонный. Сонный, он говорит, ворчливый. Делаем это. Пошли дальше. Я не знаю. Да, да, да. Ну, в таком то есть, плане. В таком плане, да. Это понятно, что это больше, если очень много надо разных персонажей отыгрывать, это для ГМа. Ну, ты как персонаж можешь взять одно из этих, да, и начать за него играть. Или далеко ходить не нужно. В конце концов, все мы смотрим сериалы, фильмы, читаем книги. Возьмите понравившего вашего любимого персонажа и просто основывайте, ну, как бы своего персонажа на нем, да? То есть возьмите его как архетип. Например, возьмите, вы хотите играть такого матерого, молчаливого мужика, который решает проблемы, возьмите в качестве архетипа, кто смотрел Breaking Bad, да, во все тяжкие, Майк Эрмонтраут, этот старый дед, который решал проблемы. Офигенный персонаж, офигенный типаж, возьмите его за основу и просто пытайтесь вести себя как он. Все, типа... Это понятно, все сейчас сидят, о, блин, ну это же все тяжело. Как это, мастерство приходит со временем, да. Да, со временем и с практикой. Чем больше ты будешь играть, тем больше ты сможешь какие-то, может, сложные образы делать. Но я всегда говорю, ты для того, чтобы быть и хорошим игроком, одним из пунктов, что приходить всегда тем же персонажем, возьмите какую-то одну концепцию своего персонажа и берите и ставьте его в карман в каждой игре, да, и приходите с ним вместе. Вот и обычно, вот и мы, и, ну, как бы эта часть, да, драматургии все-таки, ну, типа ролплеить, это типа как актерство и мастерство. Да, и актерское мастерство всегда с собой должно иметь какое-то чувство. Но в то же время далеко, как бы, ну, я имею в виду, каких-то невероятных навыков актерского ремесла не нужно для того, чтобы отыграть роль своего персонажа. Ведь в конце концов, достаточно всего лишь чуть-чуть изменить свой голос. Да, да, да. Ну, даже иногда не то, что голос изменить, изменить манеру речи, манеру, то, как мы общаемся, да, то есть в повседневной жизни я общаюсь вот так вот, как я сейчас говорю, но в то же время я могу изменить манеру речи и говорить, например, вот так вот медленно, и это уже будет немного по-другому. Я теперь понимаю. Но ты меняешь голос сейчас, понимаешь? А я говорю про манеру речи. Или используйте какое-то словцо, которое персонаж постоянно вставляет, да? Ну, там, в... Мизинец! Талос! Да. Палец! Молот! Да. Говорить! Вот так! Надо! Вот. Да! Да! Что? Да. Я не знаю, придумайте какую-то фишку. Например, он перед каждым предложением, он... Нехать, он вздыхает, как бы, как будто ему каждый раз это приходится говорить в сотый раз. Он такой, ладно, пошли. Да, то есть, ну, далеко ходить не нужно. И очень важную роль, например, играет, хотя, ну, мы этим не пользуемся на самом деле, но когда в качестве ГМа иногда все-таки используется, хотя это скорее подсознательно. Я просто сегодня это посмотрел и понял про эту фишку. Осанка. Ну, она, да, очень играет роль. То есть, конечно. Если ваш персонаж если есть такой... Сижу. Ха! Ха! Здравствуйте! Да, вот так вот, да, сидя. Совсем другое ощущение, чем когда ты вот такой вот... Я не знаю, может быть... Я вас не понимаю. Герцог вовсе не годует или не годует. А потом движение руками, да. То есть, жестикуляция. Жестикуляция. Она тоже играет роль на самом деле. То есть... Ну, такие вещи, вот мне кажется... А мне кажется, что с этого всего, ну, то есть мы тут все объясняем, как это делать, но второе, еще было такое интересное, у Сатин почему-то, ну, говорила такое в одним из своих гейм-типсов, о том, что говорить от первого лица. Это тяжело, ребята. Как ГМ ты можешь быть козлом и постоянно это напоминать, типа... Ты этот персонаж, говори. Это со временем приходит, я думаю, когда вы начинаете играть. Но это всегда очень клево. То есть не всегда. Ну, когда ты говоришь от первого лица, ты вживаешься в роль больше. Когда ты объясняешь, что твой персонаж хочет, где там Рюрик залазит на это, та-та-та-та-та. У нас так всегда есть. Но если какие-то мелочи делать и постоянно быть в своей роли, типа, это я делаю это, давай это. И вы за столом тогда переноситесь. И это
самый базовый. Да, вещь, пытайтесь. Которая... На самом деле у меня, кстати, с этим был такой нюанс, что я очень долго типа говорил, что Рюрик говорит вот это, да. Хотя, ну, я как бы говорил, как говорит Рюрик, но я говорил, что Рюрик говорит это, Рюрик делает то, да. Мне как-то тяжело было переключиться на тот момент, что типа я делаю это, я делаю то. Вот. Но в какой-то момент оно как бы так само собой получилось. И мне кажется, я сейчас, наверное. Да уже меньше у всех. То есть все начинали с того, что. Ну, попытайтесь говорить от лица своего персонажа всегда. То есть. Это изи. Да. То есть, как бы, опять же, там один из советов ГМу, который я помню в этих видео, да, он заключался в том, что. Ты как ГМ спрашиваешь у игрока, окей, что ты говоришь ему, и игрок отвечает, ну, наверное, очень так грубо и, и резко ему отвечаю, мол, типа, да не надо нам. А ты тогда как ГМ спрашиваешь это, у этого игрока, говоришь ему, мол, круто, отлично, как это скажет твой персонаж? Mm-hmm. Ну, да. Да? И ты такой, ну, я такой беру и там делаю вот это. Или еще один из советов был, который заключался в том, что ты, ну, это опять же ГМу совет для того, чтобы больше вовлечь игроков в роллплей какой-то. Заключается в том, что ты как ГМ попытайся сам роллплей так, как хочешь, чтобы роллплеили твои игроки. И когда тавернщик, да, там... Показывай пример. Да, показывай пример, в конце концов. И когда там, например, ты как тавернщик, ты какой-то, да, в корчме там... Герои опять же приходят и такие, ну что, есть тут какие-то слухи, мол, может тут какая-то работенка, там дракон где-то в подземелье, что там. И ты как таверщик такой, типа, протираешь там бокал и такой, ну, давай. Нет ничего такого, путник. Налить тебе что-то? Вот, и ты как игрок в этот момент, ты такой, ну да, налей мне там, я не знаю. То есть тебя там как-то... Ну, это называется зеркальный эффект. Да. Когда человек что-то пробует, ну, то есть отыгрывать какой-то, например, ГМ, да, делать так, в каком-то образе, вы заметите, что многие из ваших игроков тоже пробуют протянуть руку, например. Да. Это очень много всего поможет в том, чтобы вовлечься в игру, да, то есть тут нету ни кружки, ни таверны вокруг нас, но мы всегда тут сидим и каждый раз ходим по полям там и в песке, и когда может ГМ показывать, что очень плохая видимость. Да, или какие-то, ну, то есть ГМ тоже очень много, ну, понятно, что он очень много значит в том, чтобы заставить игроков играть какую-то свою роль, и, как знаете, как в детском садике будьте примером. Ну да, 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 это как бы очень важно, мне кажется. Что еще? Да, не знаю, вот мне кажется, что построение, мне было самое главное, что, вот этот вот, как мы в прошлом стриме говорили, 5 на 5, да, вот этот вот был у нас да. Построение кампании, тут у меня... Кажется, для построения персонажа очень важно вот этот вот 1 на 2. То есть одну главную эмоцию и две прилагаемые к нему придумать, для того, чтобы персонаж стал интереснее. Знаете, как ты образ придумал, и с этими эмоциями ты его оживишь. Да. То есть в робота, который у тебя есть, он вновь за столом он станет живым персонажем, а не каким-то, опять же, болванчиком. Да. Ребят, но все равно, ты уже говорил про типажи в персонаже, что будет всегда в вашей игре тот человек, который будет сидеть с краю, и вы как ГМ не должны иногда пугаться, что вы делаете что-то плохо. Есть такие люди, которым просто нравится быть за столом, проводить время с друзьями и кидать иногда кубики и смеяться. Им может не интересно отыгрывать роль, им интересно быть частью истории. Да, это абсолютно нормально. Это нормально, ребята. Есть такие люди, которые немного хотят говорить, иногда имеют какие-то моменты, когда они как-то... Некоторые моменты, в которых они себя чувствуют комфортно и отыгрывают больше, некоторые отыгрывают меньше в этих ситуациях. Да, в конце концов, даже те люди, которые вот такие молчуны, у них все равно есть какие-то... Есть что-то, что им нравится делать на игре, да, и вы как ГМ, вы просто можете это понять, прощупать в какой-то момент и просто давать возможность этому игроку тоже принять участие, не напрягая его, не заставляя его, да, выходить из зоны комфорта и чувствовать себя неловко. Потому что это игра все-таки. Да, и это абсолютно нормально. Нащупывать, конечно же, можно всегда, когда мы играем много кампаний, а когда мы выводим ваншоты, мне кажется, что для ваншотов... Люди, которые будут играть в ваншот, готовьтесь для ваншота, знайте правила,
и соблюдайте просто банальный, простой этикет для того, чтобы провести хорошую игру. Да. Все, больше ничего не надо. А дальше ГМ держит уже за лошадей и гонит их куда надо. А вы играйте и наслаждайтесь игрой. Да, да. Это, наверное, все, что можно было сказать. Да, про, наверное. Про именно про ролл-плеинг. Хороших игроков. И хороший игрок, на самом деле, может быть любой человек. Это очень просто. Просто какие-то вот такие грани, как уметь проигрывать, не спорить за столом. Или если спорить, тогда спорить от имени своего персонажа. И не ломать атмосферу для других, и не забывать, что это не твоя игра, и не быть эгоистом, потому что это большая проблема. Да, да. И не будь тем чуваком, который убивает всех тех, которые вы играете вместе. Я не знаю, что это происходит, эта проблема. Так, если есть какие-то вопросы, мы будем на них отвечать сейчас. У нас вот последние там полчасика, когда мы тут сидим в студии, отвечаем на какие-то... Да, если есть вопросы, ребята, по теме, не по теме, мы сейчас, в принципе, как бы вот сидим и вот ждем, чтобы поумничать, пишите какие-то вопросы. А если не пишете, то, ну, мы пойдем. Так. Будут еще байки Рюрика? Это не ко мне вопрос. Ну, кстати, на самом деле, у меня была идея как-нибудь поводить Dungeon Crawl. Dungeon Crawl? Какой-нибудь OSR такой, типа, олдскульный такой, в духе там... Надо как-то будет, если это... Взять какую-то простенькую систему в духе, типа, ретро-клон какой-нибудь. А-ля там Maze Rats, или там... Вот, я давно хотел попробовать поиграть в Lamentations of the Flame Princess, если ты в курсе, что это. Нет. Не в курсе. Вот, так что, да, возможно, еще поиграем. Окей. Что из себя представляет персонаж с интеллектом 4? Кто играл первый и второй Fallout? Если выставить персонажа очень низкий, и Arcanum, кстати, The Magic Obscura, или как-то так он, Steamworks... Magic Obscura, как... я не помню это продолжение, Arcanum игра такая, отлично. И Planescape, кстати, тоже. Если вы выставляете слишком низкие параметры своего персонажа в игре, то в качестве диалоговых опций во время игры все, что ты можешь сказать, это типа молоко или иметь две опции, например или и они будут иметь разное влияние, кстати, на продвижение по сюжету. Вот, приблизительно где-то так же, наверное, будет. На самом деле, ну... Смотри, мне кажется, что мы это не затронули. Это, кстати, для ролплея тоже очень важно. Когда вы создаете персонажа, не забывайте о ваших статах. Статы очень дают очень много подсказок для ролплея. Да. Если ты харизматичный, тогда делай это все харизматично. Если ты сильный, делай это как-то по-сильному, да? Вот, кстати, интересный момент с интеллектом, да? Есть в Dungeons & Dragons в том же есть интеллект. Мудрость. И есть мудрость. И персонаж, который, у которого низкий интеллект, но высокая мудрость, например, абсолютно имеет место быть. То есть это персонаж, который, возможно... Каспар. У него очень низкий интеллект, да? 8 и 18 мудрости. Ну, 8 это еще не настолько низкий интеллект. Это типа ниже среднего, но типа... Это норма. Кстати, ну, то есть... Для это всех, норма для обывателя. 8 типа это фармер. Да, фермер. Типа, а 4 это уже очень плохо. Типа... Персонаж, у которого низкий интеллект, но при этом высокая мудрость, он может быть, знаешь, таким, типа, бывалым, таким... Вот, кстати, мы об этом говорили. Он может быть, например, вождем племени орков, который, он вообще не в душе, короче, как называются континенты, какие боги, чё, кто, куда, книги. Я их использую в туалете, в общем. Но при этом у него есть типа жизненная мудрость, да, такая да. дворовая смекалка, да, типа, да, да? Да, да? Он смотрит тебе в глаза, и он понимает, что ты ему врешь. Да, и он то есть на это ему ума хватит. То есть это разные вещи, это тоже можно отыгрывать на самом деле, мне кажется. И интеллект 4 это достаточно мало, это понятно, ну это типа уже прям до убогости мало. Я бы сказал, ты интеллект 6 для ДНД, это типа уже мало, и тогда ты уже чуть такой, да. ты туговатый, а вот на 4... Ну, я не знаю, то есть, значит, я бы не позволял, например, 4 играть 4, потому что это типа уже, это как животное, то есть ты типа уже отморозок, в прямом смысле. Шардрай пишет, есть ли игры типа D&D, но рассчитаны на маленькое количество людей, 2-3, ну, типа, на это самом D&D. Деле... Это D&D. На самом деле, ты можешь играть один на один даже, если хочешь, то есть... Если два уже, это уже круто. Да.
типа спокойно, ты можешь играть в D&D, в любую на самом деле настольную ролевую игру, практически в любую, за очень-очень редким исключением, можно играть даже один на один, или они в большинстве своем даже рассчитаны на, я бы сказал, от 2 до 6, наверное, человек максимум. Ну, я знаю, есть там типа, когда играет там типа 8 человек, это уже тяжело для ГМа, и это на игре, ну, очень сложно на самом деле уследить за всем происходящим. Мое любимое, как бы, вот, идеальное, да, на игре это 3-4, на самом деле, вот так вам скажу. Я считаю, что это идеально. Ну, тут я и девушка, да, все правильно, типа, можно ролплеить, настольный ролплей с девушкой, можно без проблем это делать. Многие это и делают. Почему бы нет, если ты гейммастер, если вы хотите какой-то... Мне, если я правильно помню, Кивро, который сейчас сегодня будет, кстати, Стас водить, так что good luck, да. My friend, он своему брату, по-моему, водил один на один, говорил, что все клево, и он делал некоторые вещи, которые... Это прикольно, на самом деле. Я бы сказал, даже если вы играете в какой-нибудь хоррор или в детектив, то если ты играешь где-то с двумя игроками как раз-таки, то при правильном настроении, когда не ломается атмосфера, то это создает вообще очень крутое погружение, и игроки очень вживаются в роль, и тогда ты как ГМ можешь уделять намного больше внимания каждому игроку, уделять ему, да, именно вот это экранное время, и, ну, очень круто получается на самом деле. Тут еще дальше по шардраю, а потом вернемся сюда, вот я вижу. То, что ты ГМ или как герой и ГМ. Смотри, ты ГМ, ты все, как бы, то есть ты можешь играть NPC-шкой какой-то, неигровым персонажем, который может поддерживать от этого одного игрока. Ну, поддерживать до разумного. Понятно, это чуть-чуть тяжело сбалансировать, когда ты с одним игроком, и ты не хочешь, чтобы он умер или что-то такое. На самом деле, я сейчас вспомнил, есть же системы, которые... они предполагают игру без ГМа, то есть 2 человека могут играть в эту игру без ГМа, потому что каждый, по сути, является ГМом. Это круто, ну, типа, есть такие варианты, я просто не помню название сейчас, на самом деле, но если вы погуглите, то оно все есть. Так, давай сюда обратно, вот это к тебе вопрос. Да, так, вот это тяжело никнейм прочитать, Нира Джервада, я, наверное, правильно прочитал, это или нет? Это Нира Джервада. Ну хорошо. Огромное спасибо за игру по вампирам. Планируются ли еще какие-то игры по сеттингу мира тьмы, по оборотням, например? Завтра. Завтра мы играем в продолжение, на самом деле, Vampire the Masquerade нашей компании. Хэштег неправильный мир тьмы. Неправильный мир тьмы. Bloodscum, да, это кровавые ублюдки. Завтра продолжение, на самом деле. Да, у нас уже будет 2 эпизода, ребята. Ну, как бы нулевой, этот как пролог. Да. И первый эпизод был 2 недели назад. Да, да. Так что каждые 2 недели воскресенье. Да, каждые 2 недели воскресенье мы играем в вампиров. По поводу других линеек, ну, я не знаю, мне пока что тяжело. Ну, если мы. Я предполагаю так, что если мы закончим эту кампанию по вампирам, как бы она ни закончилась. Нас оборотни все сожрут, и маги придут с этими, с чейнджлингами. Все нормально, ребята, я думаю, что... Возможно, мы продолжим играть в какую-то другую линейку. Честно, я не знаком с оборотнями, но я когда-то водил короткое приключение по охотникам. Hunters. Окей. И меня очень импонирует, на самом деле, эта линейка конкретно. И, возможно, мы в нее сыграем. У меня абсолютно нет опыта с подменышами, тем более магами. Мне кажется, это, наверное, самое сложное. Линейка, потому что она предполагает очень высокий power level. Окей, такой epic level какой-то. Да, ну типа магия не способна там изменять реальность так, как захотят. Так что типа это довольно сложно играть. Но может быть, все может быть. Пока что разберемся с вампирами, а там видно будет. Little Tommy 2 или 7. 7 как? Я даже с очками не вижу. Как вежливо сказать человеку, что он нам не подходит, если ты ГМ и игру не любит? Наш коронный с сегодняшнего дня это вон дверь, до свидания. В каком смысле он не подходит? Он плохо ролплеит, он плохой игрок. Если он вам мешает, ну как игрок, типа в прямом смысле мешает и нарушает вашу синергию, тогда объясни ему и скажи ему до свидания, мы же все люди. А если он новый или как-то плохо что-то делает, что можно подкорректировать, или просто дать ему время войти, не стоит выкидывать человека, который уже может настроился на то, чтобы играть. Но мы уже говорили сегодня, что мы слишком старые для того, чтобы ждать. Так что если ты нам
мешаешь, то да. Ну, поговорите с этим игроком, в конце концов. Мы это повторяем на каждой, наверное, на каждом фритолксе. Задается вопрос, который предполагает этот один и тот же ответ. Поговорите с ним, просто поговорите. И если он просто мешает, на некоторых это веселит. Я не знаю, поговорите с ним, ну, блин. Мешает он ГМу, наверное, я подозреваю. Это тяжелое всегда. И мне такое ощущение, как у нас уже постоянно на притоксах в последние 30 минут, это когда звонят, знаешь, типа по телефону, здравствуйте, мой муж алкоголик, помогите, пожалуйста. Горячая линия поддержки. Говорите с людьми, это самое главное, развивайте свои эмпатические способности и понимайте, это может какие-то вещи, которые ему нравятся или не нравятся. Вкачивайте эмпатию, короче, ребята. Точечки в эмпатию вкачивать, если это World of Darkness. Да. А если так, если по ДНД, даже не знаю, что надо, наверное. Проницательность, да. На wisdom. На wisdom. Да, все на wisdom, ребята. Да, вот такие вот дела. Я думаю, что... Если это все... Мы пойдем отдыхать. Еще у меня еще было тут интересного такого. Be involved. Да, ребята, не забывайте, что во вторник у нас, кто пришел посреди стрима и не в курсе, что вообще происходит, мы канал «Вечерние кости», мы играем в настольные ролевые игры, это стримим прямо из этой студии вживую, а не по Roll20 и скайпу, так что тут куча всяких фейлов, вырубаются камеры, короче, и ну все прелести прямого эфира. По вторникам, ребята, вечером в 8 часов по Москве, 7 по Киеву. Мы играем в... Наоборот, чувак, 9 часов по Москве и 8 по Киеву. Да, черт возьми. Вот эти, блин, тайм-тревелинг этот, короче. Стоп, я... Завтра в 7:30 по Москве у нас Vampire the Masquerade. Да. Bloodscum. Ведущий у нас Александр. Мы играем каждые 2 недели в нее. Заходите. Да. Ну, я уверен, что множество людей уже тут знают. Да, каждое второе воскресенье Vampire the Masquerade, мир тьмы, и камера выключается. Это значит, что нам пора идти домой. Все, черт возьми, волк не ходит! Да, эксперимент с камерой не получился, но я честно попробовал. Это, мы появились обратно. Да, во вторник мы играем, конечно же, в этот... это еще тут, ё-моё, а это как... Ладно, короче. Подожди, Little Tommy 7, какой тип фэнтези предпочитаете? Низкое, высокое? Я обожаю темное фэнтези. А играть, читать, а играть, да насрать. Ой. Все. Всем, ребята, спасибо. Я вижу, что все постоянно приходят под вечер уже. Да. Завтра всех ждем на World of Darkness. World of Darkness, мир тьмы. Камера выключается? Нет, не выключается. Еще не выключается, я не умею еще это делать. Да. И во вторник мы играем в НО. Во вторник. Я забыл, у нас же арт-конкурс. Да. Который предполагает, что вы сможете нарисовать или какой-то сдать арт. Вконтакте есть вся инфа уже выставленная. До 24 апреля идет весь конкурс. Главный приз — это Razer Kraken Pro V2 White. Это какая-то кибердека для взлома, для того, чтобы ломать айс или что? Да, да. Короче, это такие белые красивые наушники, которые будут. И, конечно, футболочки, которые так должны появиться. Так что, если вы любите слушать музыку в хороших наушниках или слышать, как ваши сокомандники по контре орут вам на ухо о том, что вы рак и, короче, ничего не можете, участвуйте в нашем конкурсе, рисуйте, я не знаю, что там нужно рисовать, Виталик. Что угодно, все по миру и по миру Эной, рисуйте крутые картинки в фотошопах, пейнтах, гимпах, в чем угодно. От руки, сканьте, фотографируйте, неважно, присылайте это нам. Косплейте. Мы выберем лучшую работу, и вы получите эти наушники, сможете наслаждаться воем своих сокомандников, когда все слили игру. Морт спрашивает, это он сначала спрашивал про это в Дискорде, и мы проигнорили его. Давай ему ответим на этот вопрос. Морт. Целый этот. Глеб, как вы относитесь к шаблонам? Я так думаю, это стереотипом он хочет сказать, потому что там они потом говорили о том, что эльф стреляет, дворф кричит. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Если это обыграно, интересно, на самом деле. Да, ну то есть мы говорили очень много раз, по-моему, в нескольких ситуациях о том, что когда... варвар тупой, потому что он тупой, это не смешно.
Ну, то есть, неинтересно, мы никто не хочет это видеть опять. Но если мы играем на каких-то шаблонах, и шаблоны узнаваемые для многих людей, и для игроков это будет интересно, потому что, например, если мы приходим в кузню, и там дварф, они могут ассоциировать как-то это. То есть, если вы хотите играть на шаблонах, тогда это клево, потому что люди, которые уже знают какие-то подход к этому, они будут как-то иметь какие-то чувства, да? Я бы еще сказал, что очень классно, на самом деле, мне нравятся шаблоны, потому что на них можно играть, их можно ломать. Представьте себе, вы приходите на новую игру, да, ГМ вас пригласил принять участие в игре в Dungeons & Dragons, вы новый игрок, вы приходите в группу игровую, все такие, о, круто, представь, там, ты представляешь своего персонажа, знаешь, как в этот клуб анонимных алкоголиков, там, меня зовут Вася, и я сегодня играю... Нет, вот такой, я сегодня играю эльфом-лучником, у которого орки сожгли деревню, и я молчаливый. Все такие, окей, ну ладно, да, интересный персонаж, да. И тут наступает момент боя, короче, и ты такой лук достаешь, и такой, а у тебя ловкость минус 8, ты никуда не попадаешь. И такой, черт, опять не попадаю, берешь лук и начинаешь этим луком в ближнем бою лупить других, ну, врагов, и все такие... О, прикольный персонаж, типа, да? Типа эльф-лучник, который ни в кого не может попасть, поэтому ему приходится лупить этим луком там противников. Ну, это классно, мне кажется. То есть, и это все-таки считается, что мы работаем с шаблонами, как ты, Морт, говоришь. Так, окей, Шардрай, вопрос, не, но это по механике, я как полный новичок. А как герои качают левел? А, смотри. Зависит от игры. В Dungeons and Dragons за убийство монстров ты получаешь... опыт, очки опыта, которые ты потом по достижении какого-то количества очков опыта, ты получаешь новый уровень своего персонажа. В RPG-играх. Как в RPG-играх. В оригинальных правилах Dungeons & Dragons, и, то есть, которые там в 70-х где-то вышли, и сейчас у ретро-клонов очень часто встречается то, как изначально было задумано. Ты получаешь опыт за золото, которое ты награбливаешь в гробницах. Mm-hmm. Потому что старые игры предполагали меньше драк. Они предполагали... да, вот это как бы из-за того, что противники были очень сильные, а персонажи слабые по сравнению там, с драконом, например, задача была пробраться в гробницу и украсть оттуда золото. И сколько золота ты вытащил из гробницы, это твой опыт. То есть, ну, сейчас очень много игр, вот этих хаков, ретроклонов, возвращается к этому старому олдскульному такому варианту, это классно. Okay. А второй вариант еще был, которым мы пользуемся, это называется нарративный левел-ап. То есть, если что, как тот человек, который ведет игру, он решает, что вот пришел момент, когда все получают уровень. Да, на самом деле, Шардрай, в интернете поискай, включи Google Foo свое, короче, и найди на самом деле просто книгу игрока. PhantomStudio.ru. Да, Dungeons & Dragons, 5-я редакция, книга игрока на PhantomStudio.ru, находишь на русском языке даже. Читаешь правила, там все, абсолютно все написано для того, чтобы начать играть. А если ты хочешь играть, заходи на наш Discord, где ребята организовывают кучу игр, и ты как новичок даже можешь там попробовать себя. Так, Некромант, привет, где можно узнать, что было в вашей партии по Эноя до первой главы на Ютубе? А то там не с самого начала. Я не знаю, у нас есть какие-то планы по этому? А мы все планируем о том, чтобы сделать какой-то, может, ролик или что-то такое. Я бы, конечно, моя мечта была бы то, чтобы сделать какой-то анимированный ролик про какой-то, типа, какой-то на 30 секунд, что произошло до того, как это все было. Мы все хотим сделать какую-то предысторию какую-то. Были понятные игры, мы стримили что-то, но это были такие убогие записи, что иногда не было слышно, что мы говорим. Так что мы решили, что пока что с такого, с пункта А, вот Форт Рус, да, это начало всего, всей истории, а все ребята остальные могут себе придумывать, что хотят пока что, что было, или какие-то, может, куски истории, которые ребята обсуждают, yeah. И... я знаю, ты многие ребята уже смотрели нас давно, в Дискорде всегда могут объяснить даже какие-то вещи. Ну, возможно, на самом деле мы можем, я не знаю, где-то на ВК или еще где-то выложить просто как бы текстовое описание, литературное. Я уже давным-давно думаю создать Викию для нашей компании. Это было бы очень
ну, то есть намного проще, там, где можно было бы посмотреть какие-то детали, какие-то описания. Но для этого нам нужно, конечно, какие-то люди, которые, я думаю, с комьюнити мы потом кого-то соберем, чтобы помогали это апдейтить постоянно, какие-то, какую-то инфу просто про иную. И вот там вот можно было бы какие-то текстовые бэкграунды сделать. Окей, дальше. Шардра, да, потому что за 23 серии вы немного прокачались, вот и вопрос появился, спасибо большое. За 23 серии, на самом деле, вот этот момент... Это не 23 серии, это только что вы видели. Мы играли до того, наверное, еще где-то 30. Так что да. Это 55 заходов игры и 9 и 10 просто уровень. Просто чем дальше, чем выше получается, чем выше уровень твоего персонажа, тем медленнее ты, ну, как бы переходишь с уровня на уровень, потому что на каждый уровень приходится все больше и больше и больше опыта набирать. Сейчас мы, честно говоря, вообще отказались от системы выдачи опыта за монстров и перешли на так называемый milestone. Нарративный. То есть сюжетная прокачка, скажем так. Это когда, скажем, глава какая-то завершается, да, персонажи получают уровень. То есть да. Какое-то сюжетное достижение происходит большое. Мы получаем уровень. Ну, что было, вы понимаете, если там кто-то получает какой-то суперскилл, что-то он не просыпался утром и такой, о, у меня он есть, а он что-то там сделал, получил, как-то это все вместе скрутить. Little Tommy 7, делайте как Harmon Quest. Кстати, вы смотрели, я, честно говоря, до конца не смотрел, Виталик тоже. I hate it. На самом деле, очень, ну, оно классное, оно веселое, и вот этот Дэн Хармон, да, он типа веселый тип вообще. Дэн Хармон это типа... The ultimate монополист типа D&D программ в Америке. Он типа Geek and Sundry это его чувак. Да. Так что он может делать что хочет, он хоть может пердеть в камеру и все равно все будет нравиться. Да. Ну то есть он крутой чувак, конечно. Он классный, он веселый. Harmon Quest веселая штука, но меня как-то надолго не хватило. На любителя. Хотя оно веселое, да, я согласен. Окей, дальше. Небольшой хинт у Ансина в видеозаписях есть предыстория Ларнака и Каспара. Да. Это там, где Ларнак с тобой радио Эротика. Да. И сегодня вечером я буду говорить с тобой. Да, вот это вот. Да, да. Окей. Он даже проспойлился. Это старые какие-то были. Ну да, это вообще-то так и... Ну то есть, это и есть предыстория. Мы их всех записали, а потом что-то забыли про них и потом решили, что надо сделать какую-то обычную предысторию. Да, для Аркан, спасибо, что кинул линки, спалил. Да, да, спалил меня по полной. Про Level Up еще есть такая тема. Все знают, что любой человек, который играет в D&D, 95% всех игр это между первым и 12 уровнем. Да. Все. Потому что или твой персонаж умирает, или вы не можете собраться на больше, потому что надо, ну, кажется, постоянно играть же надо. У кого-то времени нету, и все, и заканчивается игра. То есть после 12-13 уровня это начинаются эпичные уровни, где вы уже типа уже давно играете за своих персонажей, и вы понимаете. То есть, мне кажется, и система предполагает то, что ты уже настолько знаешь своего персонажа, ты сам стаешь эпичный в ролплее. Mm-hmm. И. Ну, так вот, время, ребята. Yeah. Вот такие вот дела, ребятки. Да, планируется куча всего. Увидим, что как и будет, где мы будем видеться, что мы будем делать. Да. А пока что мы попробуем не зависать в камере, пока что. Я не знаю, почему камера сидит. Когда я смотрел его, я не знал о ДНД почти ничего. А сейчас понимаю, что я не посмотрел бы и... Мор пишет про этот Harmon Quest, да, ты имеешь в виду? Ну, не, ну почему? Ну, на самом деле, оно веселое, типа. Ну, если смотреть это просто как поражать шоу такое, то, ну... Прикольно. Он про Harmon Quest говорит или про нас? Сейчас такой типа, а, щит, говня. На самом деле, я Harmon Quest смотрел на работе, пока типа сидел, ковырял. Я тебе скинул. Да. И они там на фоне что-то шутили, там гэги какие-то заряжали, это было весело. Ну, как бы. Я лично, ну, больше фанат, типа, вот этих всех. Critical Role. Ну, Critical Role, понятно. Ну, он совсем, что? Ну да, да, я типа сижу у Майка Гилмора, понятно. Да. Who can I? Я даже не знаю, как этот акцент имитирует, на самом деле. Не знаю, Harmon Quest это типа как бы пародия всей игры, да? Да. То есть, и оно не предполагает реальности, и оно специально сделано на обширную публику. Да. На людей, которые даже не знают, может, что это такое, и думают, что этот ГМ, которого они подобрали, который такой бородатый, типа такой задрот лошара, типа такой... И он это ведет, но это для того, чтобы все люди, которые
знают об этой культуре, наверное, и так реагировали на этот. Это чуваки, которые сидят типа в подземелье у себя дома, да, и там, да, не знаю, мама спускается, уже иди все домой, надо всем домой идти, все, сваливайте нафиг отсюда. Да. То есть это такое вот. Вот так я и смотрел Хармон. Я понял, Мортус. Ладно, ребята, мы будем потихонечку закругляться. Всем спасибо. Поговорили чуть-чуть не о чем и о всем. Всегда помните, будьте хорошими. Любите друг друга. Любите друг друга и будьте хорошими людьми, и тогда вы будете хорошими игроками. Да. На самом деле это будет. Не будьте козлами. Просто. Не будьте козлами. А если кто-то козел? Двери там. Вот. И не забывайте завтра приходить на вампиров, ребята. Vampire the Masquerade. Этот самый, что там у нас, как это? Ласкам. Я его случайно выключил. Все нормально. Так, сейчас мы... Тут Лена играет? Не Лена играет. Лена! Это ты? Блин, почему у меня играет реклама на Твиче? Что это за хрень постоянно? Почему ее не можно выключить? Кто знает, как выключить в Твиче рекламу? Это какой-то... Это какая-то, блин, просто фигня. Кто тут? Лена? Не Лена? Ладно, да не знаю, давай. Давай Random Rules. Там ребята играют, короче, звук. Jesus украл звук. Так, давай я захочу Random Rules. Да. Random Rules. Вот так что. Посмотрим, что они там делают. Делают ли они что-то там? Пока всем, ребятки! Я сейчас давай будем go рейдить. Просто зарейдить. Звук уже есть? Да, конечно, есть. А, звук есть, черт возьми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я думал, вы без звука, я тут уже, короче, рассказывал, я уже Виталику рассказал тот исторический анекдот, про который все забыли в чатике. Да, в тот звук, в тот момент, как это... Морд, это была моя лучшая речь, на самом деле. Я в жизни просто лучше не скажу. Моя речь была как в фильме «Король говорит». Кто видел этот фильм? Кто не видел? Ну. Ребята, кто остался еще? Давай говорим, там ребята с Random Rules... Коллеги по цеху, как они меня любят писать. Коллеги, да, по цеху. Коллеги по цеху. Такое, знаешь, рабочий класс. Ой, панк. Да. Ребята из доков просто. Да, да. И они по скайпу там играют. Тот самый анекдот, Даркан, да. Тот самый. Тот самый. Всем пока, ребята. Чао, амигос.